Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Я крайне редко покупаю в магазине какие-нибудь сладости. Во-первых, потому что при наличии большого количества детей в доме, что ни купи, все заканчивается в тот же день. А во-вторых, потому что не устраивает качество. А желание съесть сладость обычно возникает внезапно. Сижу такой за компом, тарабаню, думаю, черт, как сладкого хочется, шесть на кухню. А там нет ничего, приходится готовить. Поэтому, естественно, на первое место выползают рецепты быстрые, такие моментальные, ну 15-20 минут и в духовку. Это какие-нибудь маффины, кексы, печенье овсяное, все это показывал на канале. В последнее время я подсел на изделие из теста фило. Оно продается в тех же отделах, что и слоеное, хранится в холодильнике чрезвычайно долго. Вообще, выпечка из такого теста – настоящая палочка-выручалочка в случае прихода внезапных гостей или порыва съесть сладкого, как у меня. Сегодня покажу два таких изделия. Одно сладкое, действительно, а второе не сладкое, мясное. И так понадобится. Тесто фило, растительное масло. Для сладкой начинки возьму свежую клубнику, сахар, кардамон, немного кукурузного крахмала. Для мясной фарш, лук, соль, перец. Как видите, все очень просто. Вообще говоря, начинку можно абсолютно любую выбрать. Отлично. Духовку уже включу, пусть греется. Так. А можно, например, ливерную начинку сделать. Отварить печенку с легким, пропустить через мясорубку, обжарить слегка с луком. Будет обалденно вкусно. Так, а фарш уже пора приправить солью и перцем. Сахар сразу смешаю с крахмалом. Это потому, что свежая клубника при нагревании дает много сока, от него тесто размокает. Крахмал позволит этот сок немного загустить. Можно, например, орехов обжаренных добавить, мелко колотых или рубленых. Короче, фантазируйте сами с начинкой. Приступаем. Смотрите, тесто очень тонкое, как папиросная бумага. Читать через него можно. В открытом виде оно моментально высыхает и делается ломким. Чтобы не портилось, накрывайте его обязательно влажным полотенцем во время использования. Слегка смазать растительным маслом. Так. А теперь финт ушами. Дело в том, что я использую это тесто из-за того, что оно потрясающе хрустит, тонко, как бумага папиросная, классная. Чтобы больше этого хруста было, нужно, чтобы тесто между собой не слипалось. А значит, нужно получить как можно больше складок. Показываю. Это чтобы листочки друг к дружке не приклеивались. А теперь кладу среднюю часть в перехлёст, чтобы начинка не вываливалась. И в таком вот духе поступаю с остальными пирожками. Отлично. А теперь сладкие. Коробочки удалить. А зерна в труху. Сначала смесь сахара и крахмала, потом ягоды, а сверху уже и кардамончика немного. Но, как я уже и сказал, свежая ягода даст очень много сока, поэтому на всякий случай заверну еще в один слой теста. Смазать поверхность маслом и в разогретую духовку. Температура 180-200, верхний нагрев, время 10-15 минут.
Впрочем, все духовки пекут по-разному, поэтому следите за внешним видом. Зарумянилось, значит готово. Доставайте и наслаждайтесь. Ждем. Очень быстрый рецепт, а теперь слушайте. Так, что касается вкуса, все понятно. Это мясной фарш, обжаренный с луком. Можно добавить сочности, положив немного предварительно отваренного риса и добавив бешамель, но это будет уже не быстрый рецепт. Можно, наверное, смешать его с картофельным пюре. Может, с какими-нибудь овощами. Короче, придумайте сами. В чем рассказывать. Видите, быстро! А теперь сладкий. Тесто тончайшее, его чрезвычайно мало. И вся прелесть именно в этом хрусте. Получается огромное количество начинки в этом невесомом, практически отсутствующем хрусте. В этих лепесточках разламывающихся. Ну, смотрите, что получается. Вы видите, на мой взгляд, в чистом виде фуд-порно. Как мне кажется, свежая клубника гораздо интереснее в таких пирожках, чем то же самое варенье. Свежая клубника с кислинкой сахар сглаживает эту самую кислоту, если она чересчур кислая. Добавление крахмала не дает растечься всему соку и вытечь просто как водички сладенькой. Короче, это классно. Можно добавить орешков, я уже говорил, по-моему. Еще что-нибудь. Можно вместо клубники другую ягоду использовать, ту самую вишню. Основная прелесть теста фило, на мой взгляд, это быстрота. Свернули моментально, в духовку забросили, начинка-то готова. 10-15, край 20 минут, если у вас очень плохая духовка. И вы наслаждаетесь вот такими штуками. Просто класс. Быстро, просто и вкусно. А по промокоду Фреско... еще и можно сэкономить на ножах Рептил и других ножах Самура. Спасибо за компанию. Всем пока.